Сегодня у нас очередная распаковка. Ну, очередная, но на самом деле их у нас в последнее время не так часто. Они не так часто проходят. Вот. Так вот, пакетик нам пришел из Москвы. И здесь у нас по старой доброй традиции соусники. В общем, появился еще один лайфхак. Чтобы посылка не была большой, можно просить отправителя, чтобы он отправлял в маленьких емкостях и в посылку также вкладывал соусники. Потому что, ну, их опять же можно где-то найти купить, но обычно до этого дело не доходит. Так. Ух ты. Как неожиданно. Здесь у нас макарички. Довольно симпатичные животные. Их мы не боимся открывать и можем вам их показать. Даже, возможно, возьмем... Ой. Даже так. Вот такие вот они крупные. Вот одна у нас вылезла. В общем, долго я не хотел их заводить. У меня есть только тропические. Но было решено завести еще несколько видов. Вот еще вот такой вид у нас есть. Называть я их не буду, потому что, ну, я, если честно, не особо помню, как они называются. Но, возможно, мы добавим в описании к видео. И вот эти вообще гигантские. Одни из них называются какие-то там, ну, на русском языке, как коровки или что-то вроде того. Такими можно, я думаю, уже и пауков кормить. Так, идем дальше. Здесь у нас, здесь у нас крупный паучок. Так, это у нас, насколько помню, ну, скорее всего, это псалмопиус пульхер, а это, скорее всего, топиночениус гигас. Сейчас он, по-моему, называется псевдокламогис, но... Так, ну, вроде как живые, им, конечно, тут очень тесно. Да, это стопудово пульхер, потому что у него видно темная брюшка. Вот, открывать пока не будем, похоже, пересадим. Так, правильно поставил? Да, правильно. О-о-о, а здесь у нас скалопендры. Здесь мы видим скалопендру, вот она. Такая уже, в принципе, подросшая. Это цингулята. Получается, с непонятного цвета лапками. Ну, такими больше зеленоватыми. Зеленовато-красноватыми. Вот это у нас с красновато-желтоватыми лапками скалопендра цингулята. Так, нам пришлось отвлечься ненадолго. В общем, мы вернулись. Так, что произошло, пока мы отвлекались? Как минимум, у нас вылезла одна скалопендра. Ну, это было не страшно, ну, просто вот она вылезла. Также нам еще принесли самку металлики. Открывать я ее не очень хочу. Вот она. И для сравнения я принес свою вторую подрастающую. Также у нас сидит еще крупная. Пока сидят. Так, что у нас тут есть, собственно? Так, скалопендр я не помню, показывал или нет. Ну, да, я помню, показывал, рассказывал про их ножки. И можете, если вам очень хочется, посмотреть на это вот чудо. Она очень понравилась кошкам. Ну, она такая, в принципе, уже подросток. Ну, трогать я не хочу, я боюсь. Здесь у нас сидят обычные, никому ничем не примечательные самки Альбопилосум. Две штуки. Также у нас здесь есть самочка Ваганса. Две штуки, опять же.
всего любим заказывать по два. 5 очень маленьких хати-хати. Ну, их даже показывать нет смысла, это пауки первой линьки. 5 еще, они еще меньше, это вагонцы. Вот один из них. 5 штучек. Здесь же у нас альбопилосум, 5 штук, они такого же размера, вот видно, что он очень маленький, такого же, буквально там вторая линька, первая. 5 целобрахис фимбриатус, эти также совсем малыши первых линек, первая, вторая. Нандохроматус тоже малыши, 3 штучки, вот, вот видно, совсем маленький. 10 у нас Топиночениус гигас. В последнее время нам эти паучки очень нравятся. Хотелось бы вырастить себе несколько еще самок. Ага. Один не доехал. Ну, бывает. Надеюсь, только один. Да, с остальными вроде как все хорошо. А с одним очень все плохо. Так, и здесь у нас 5 штук орнат. Вот, 500 орнат, тоже небольшие, буквально там первая, вторая линька. Думаю, первая. Также нам положили бонусом 5 маленьких ирминий. Первой линьки. И одного скорпиончика. Лихос трикоринатус. Вот, помимо одного мы сами еще взяли себе, ну, троих. Вот. Так. Также мы взяли тараканчиков. По-моему, их называют доминошки или что-то вроде того. Или просто домино. Пока не видно, они еще подростки. И вот у нас один уже пытается сбежать. Сейчас я буду его пытаться изловить. Я благодаря моей ловкости изловил таракана. И еще. И конец. И последнее, что у нас здесь есть, это, точнее, две позиции. Это пауки, геникуляты, сейчас мы вам покажем, и тараканчики, архимандриты. Просто у нас они размножаются не очень хорошо, и захотелось увеличить количество. Возвращаемся к нашим геникулятам, здесь их 5 штук. И они должны быть очень маленькие. Да, они крошечные, вот видно на крышечке, то есть там совсем паучок, буквально несколько миллиметров. Очень маленькие. Так, сейчас, кому интересно, можем пересадить нескольких паучков. Это будут у нас, я думаю, не знаю, кто это будет. Вообще, я хотел начать с орнат. Да, в общем, мы пока подумаем, прервемся. Ладно, было решено начать с пересадки самок вагонса и альбопилосу. Сейчас мы быстренько досыпем субстрат. Мы продолжаем снимать. Самка вагонса. Вот так она выглядит, если кто не знает. Я все еще пытаюсь повторно размножить этот вид. К сожалению, пока было одно спаривание. Вот. А при повторном самка немножечко и не успел. Я успел защитить самца, но не до конца. И она ему кулаком слегка задела брюшко. Я его заклеил, но тем не менее. Так. Паук немножко пострадал. Вагонс второй. Ну, кстати, это покрупнее смотрится.
Мне все еще довольно трудно определять пол на таких линьках, но потихонечку опыт растет. Так, этот паук мне не очень нравится, но хотя в целом он ничего такой. Он, видимо, недавно линял совсем. Да, и еще не успел засохнуть. Ну, вроде с ним все более-менее хорошо. Так, здесь у нас альбипоссум. В одном из моих первых видео я пауков в первых линиях пересаживал в стаканчики и так боялся, что накрывал их блокнотом. Сейчас делаем это довольно спокойно. Точно такой же, может быть, чуть-чуть меньше. Вот. Подоили паука. Так, скрываем. Недавно видел новость, что есть какое-то платье или накидка самая дорогая. Она сделана из паутины каких-то пауков. Для этого их потребовалось довольно много. Так, пока мы прервемся, нам нужен контейнер. Паук хоть и маленький, но я имею в виду хоть и первых линий, но уже довольно крупный. Попробуем посадить. Не знаю, как лучше сделать. Попробуем сделать это вот так. Также, да, многие рекомендуют просто оставлять и все будет хорошо, но вот у нас, как видите, все не очень хорошо, потому что мы не послушали. Но паук понял, что нужно делать, и все получилось. Вот он. Один есть. Мы его попозже подпишем. Хотела сказать, что мы провели работу над ошибками, теперь будем осторожны, но я думаю, осторожны мы не будем. Как минимум у нас есть контейнер, да, из которого нам должно хватить времени поймать паука, беглеца. Есть. Паучок пойман, вот он сидит тут сбоку. Не знаю, видно он или нет, но мы справились. Этот, кстати, желательно покормить. Вообще, я думаю, сегодня нас ждет тяжелый день, когда мы будем кормить множество пауков. Ага. Так, мы справились. Сейчас нам остается вытащить. И вот мы справились, пересадили еще одного паучка. Таким образом мы пересадили троих, и осталось дело еще за двумя. Какой он? Ух ты, он быстрый. Так, и вот сюда. Почти справились, но у него здесь лапки. Все. Выгнали паучка. Остался еще один. Пятую орнату мы уже посадили. Сейчас мы сюда просто пересадим тараканов. И я думаю, мы закончим, потому что паучков пересаживать будет довольно долго. У нас в этом контейнере осталось всего два таракана архимандрида, и мы добавили к ним еще, соответственно, около двадцатки
Они уже успешно все закопались, их не видно. Вот. Ну, сейчас еще что-нибудь поснимаем. На фоне у нас шумит чайник. Мы продолжаем, немножко пообедали. Ну, как вы поняли, если у нас шумит чайник, значит, сейчас мы чуть-чуть поснимаем, а позже я пойду пить чай. Так, у нас есть вот такие вот довольно крупные контейнеры. Почему такие большие? Потому что мы макарицы купили для себя и хотим их развести, и потом уже, когда их будет много, возможно, мы сможем ими с кем-то поделиться. Но в ближайшее время мы их исключительно для себя взяли. Кстати, больше субстрата. Да, несколько раз спрашивали, будут ли у нас макарицы, и вот наконец-то они появились. Хотя я долго не хотел, но все заводят, почему нет? Готово. Так. К счастью, они у нас очень сильно отличаются, поэтому подписывать мы их не будем. Как я уже сказал ранее, продукты я покупаю только в отпуске, но нет. Любимой пищей макарицы является дубовый опад. Мы положим, не знаю сколько, сколько-то положим. Эти листики были собраны вручную, каждый был собран отдельно, в экологически чистом районе Санкт-Петербурга, точнее за его пределами. Я думаю, хватит. Довольно быстро эти листы превращаются в такую сеточку. Они все выедают и остаются только прожилки. Так, сейчас мы все это дело получше увлажним. Так как они любят влажные листья, они сухие. Все, листики у нас очень быстро должны пропитаться. Так, это раз, это два и это три. Ну, начнем, наверное, с рыженьких. Отверстия есть вот сверху, но по идее не должны они вылезти. Как я понял, по стенкам они не очень ползают. Засыпали. Есть у меня огромное желание поснимать их на фотоаппарат в хорошем качестве. И обязательно, я думаю, этим займусь, но чуть позже. Ну, есть вот такие мысли поснимать просто в хорошем качестве животных, как они там перемещаются, живут. И потом под какую-нибудь расслабляющую музычку выложить, может быть, всем будет интересно. Этих у нас, ребят, не очень много, но... Хотя нет, обманул. Их довольно много. Даже, я бы сказал, слишком много. Так, и у нас остались последние представители. Вот такие вот. Довольно большие. Возможно, когда-нибудь мы расскажем, кто они такие, сколько миллионов лет они существуют на нашей планете, но не сегодня. Подготовили три баночки. В эти баночки у нас пойдут жить скалопендры. Надеюсь, они из них не выскочат, но в любом случае мы будем осуществлять максимально безопасную пересадку. Будет происходить она в большом контейнере. У нас есть вот такая вот хорошенькая скалопендра. Можем назвать ее какой-нибудь там Red Lux. Красные ноги. Так, вот мы ее высыпаем просто вот так. Красивое животное. Будем надеяться, что все у него будет хорошо. Продолжаем.
А где у нас еще? Мне кажется, вот эти две. Да. Вот она такая отдыхает. У этой, сейчас покажу, есть небольшой недостаток. Как можете видеть, у нее задний отросток, один большой, один мелкий. Но, возможно, слинька, оно восстановится. Интересные усики, у нее тоже один полностью темно-зеленый, а левый получается с такой, как зебра, со светлыми полосками. Так. Отлично. И у нас осталась последняя особь. Она была не здесь, она была где-то... Вот она. Нашел. Это у нас вот с такими красноватыми лапками. Есть. Все. А теперь пересадка самых больших пауков. И на этот раз у нас... Так. Вроде бы, да. Вроде бы гигас. Ну... Я его не буду пересаживать там по всяким правилам, да, или чуть-чуть. Я не знаю, как его пересадить лучше. Чтобы он не сбежал или еще что-то. Вот паук. Быстрый, нервный и агрессивный. Как его описывают эксперты на паучьих сайтах, можете погладить его. Он, конечно, может развернуться и бахнуть вас. Забавно. Двигает своими железами. Паучий, ну все, он начал разворачиваться, поэтому оставим его в его новом домике. Если вы обратили внимание, то мы использовали кусок коры пробкового дуба и, как обычно, кокосовый субстрат, кучу отверстий. Это, кстати, взрослая самка. Так, а мы переходим дальше. На очереди у нас пульхер. Вот пульхер, он, по моему опыту, они всегда отличаются своей агрессивностью. Видите, какой, как он агрессивно лежит. Они выделяются даже в своем роду, то есть он сильно отличается по характеру от тех же Эрминии или Кембриджей. Сейчас мы его немножко погоняем тут. Вот он уже, как видите, перевернулся. Также мы заказывали самку редункуса из этого же рода, но, к сожалению, не получилось ее отправить. Отправитель либо забыл, либо она у него закончилась, я не уточнял. Угу. Кто особо не знает этот вид, его можно определить, сколько ему лет или что-то вроде того. Как у паука, чем он меньше, тем у него больше брюшко черное. Сзади и задняя часть. Чем он становится старше, то у него черный цвет почти полностью пропадает, и паук светлеет. Эта особь была заявлена как адультная, но она, в принципе, уже, я думаю, может размножаться. Хотя наша, ну, конечно же, крупнее. Паук. Третьего паука мы погорячились, он там очень маленький, поэтому мы не будем его никуда пока пересаживать.
Я думаю, на этом мы точно закончим, потому что пересадку маленьких паучков и скорпиончиков, ну, я думаю, нет смысла снимать. Вот. Так что всем спасибо за просмотр. Вот можете видеть, в какой объем это у нас переросло. Опять же, это малая часть. Еще эти соусники скоро займутся. Так вот, макарички наши любимые, надеюсь. Вот. И всем пока-пока. Бананоед и банан. Очень забавно, она кусает. Наелся.